Странно было человеку раньше встретить Новый год. Он не знал про фейерверки, был он дикий, вы поверьте, брал два камня, он и вот вжик, вжик, вжик. Да нет, не получается. Камни в миг вдруг кончаются, новые все года. Темнота, темнота. Но народ один китайский за стеной, который жил, он из искры возгораться, да, из искры возгораться, пламя быстро научил. Все будет светиться. Очень весело, праздники в каждый дом. И горит все огнем. И теперь на белом свете люди верят в чудеса. И притем не просто верят, а так круто фейерверки пугают небеса. Вжик, вжик, вжик! А ракет с хлопушками заложила прям все уши нам. Воздух лихо летят миллионы зарплат. Отходите, дальше, дальше. Вы с детьми, ну и с женой. Чаще, если это важно, безопасности ведь вашей быть угрозы не должна. Вжик, 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 коль нарушить правила. Вшик, 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 вам пожарные тут сделают в один миг. И от праздника вшик. В общем, если жить хотим мы, а хотим, чего скрывать? Приходя из магазина, нам, друзья, необходимо всем инструкцию читать. Вся инструкция, трудная инструкция. Перевод есть и русский там, и иероглифы все ж. Тут быстрее поймешь. Вжик-вжик, хлоп. Все готовенькое ждем приход года новенького. Будем мы зажигать, но сянь-сюнь соблюдать.